Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект «Дом-2» покинул Фил Костробов. Пока неизвестны подробности его ухода, в эфире мы это увидим через неделю. Саймон Марданшин отметил день рождения на острове Любви. Ему исполнилось 25 лет. Майя Донцова и Алексей Купин продолжают выяснять отношения. Каждый из них хочет быть лидером в семье, а также у них очень остро встал вопрос по поводу дальнейшего будущего. Алексей хочет жить в частном доме, чтобы Майя сидела дома, воспитывала детей. Донцова же привыкла работать, и ей это очень нравится. Полина Лобанова призналась в симпатии к новенькому участнику Кевину Кузнецову. «Я не могу сказать о великой любви с первого взгляда, но он мне симпатичен», – пишет девушка. Мэри Кулешова рассказала о своей жизни до проекта. У нее были красивые отношения длиной в 4 года с успешным хоккеистом. Они очень много путешествовали, планировали свадьбу. Но за парнем был один грешок, он поднимал на нее руку и жестоко избивал. Мэри была вынуждена уйти от него. Лера Фрост не уверена в чувствах Захара Соленко. Она опасается, что если вдруг покинет проект на голосовании, то парень за ней не уйдет. Она считает, что он может выбрать карьеру, а не любовь. Юлия Ефременкова впервые выступила в роли ведущей в эфире шоу «Сплетницы». Зрители остались не в восторге, они пишут, что это был самый скучный выпуск. Похоже, что Маша Кахно и Дима Дмитренко расстались, они удалили совместные фото из соцсетей. И Маша теперь проводит вечера не с Димой, как раньше, а с мамой. Дмитренко интересуется у ребят с поляны, как ведет себя его жена, а именно, есть ли волшебство у Оли Рапунцель и новенького Кирилла Щетинина. Он даже посвятил Рапунцель песню, основной смысл которой «Давай будем вместе, забудем все обиды, не будем больше ругаться». Ольгу Бузову не пригласили на вручение премии «Золотой граммофон». Бузова пишет: «Меня не признают в российском шоу-бизнесе, но это все не важно. Важно то, что у меня есть вы». Дмитрий Талыбов строит планы на будущее с Сашей Гозиас. Его не смущает, что у Саши есть ребенок от первого брака, он готов воспитывать девочку как родную. Он хочет подарить Гозиас колечко и говорит о том, что Гозиас не общается с Костей Ивановым, она везде его заблокировала. Александр Садойнов озвучил дату свадьбы. Его избранница Ольга Коваль, они познакомились в Ярославле. Они поженятся 26 ноября. Нелли Ермолаева поделилась радостью. Они с мужем ждут ребенка и очень счастливы. «Самое лучшее, что мне удалось сделать за эту жизнь, — пишет она, — это создать семью». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.